А вот так, друзья, полиция иногда вдоль пляжей и контролирует ситуацию. Локальная полиция Аликанте, которая следит за порядочком. На скоростном достаточно катерочки надувном, да? Так что у нас и на пляже контроль. Но они не подойдут к берегу и не проверят документы у нелегалов. Может быть, сейчас сюда приплывут эти черные люди из Африки? Может, они их ждут? Может, мне удастся снять классный репортаж? Ну, если нет, так теперь вы знаете, как выглядит полиция на воде. Ваш видеоблогер дядя Сережа Изовский из Аликанте. Адьос, друзья мои!